Heaven on earth. Пора подняться и бежать за Богом. Нам как никогда нужно опустошать ад и заселять небеса. Давайте нанесем удар по царству тьмы. Пусть Церковь Божья поднимется. Восстань, светись, пришел свет твой. Господь поднимется, и все враги его разбегутся во имя Иисуса. Во имя Иисуса! Добро пожаловать всем, кто смотрит нас на ТБН, ТБН-Юту, OnGospel, PriceTV, Facebook Live, YouTube и всем, кто слушает нас по радио. Для нас большая честь служить вам. Совсем недавно мы вернулись с прекрасной конференции в Зимбабве. Мы также приветствуем наших зрителей в России, Израиле, Америке, Европе, Индии, Пакистане, Китае и Африке. Это, безусловно, ваш год. Можете сказать аминь на это. Во имя Господа Иисуса Христа. Если вы верите во что-то в этом году, то выкрикните это. Аллилуйя! Когда я скажу три, вас должен услышать весь духовный мир. Итак, раз, два, три. Бог очень много сделал на собрании на прошлой неделе, а также сегодня на утреннем собрании. Я надеюсь, вы тоже готовы и ожидаете, что Бог будет делать что-то великое в вашей жизни сегодня. Занимайте свои места. Я рад всех вас видеть. Аминь. Мы будем читать из 9 главы Евангелия от Марка. И проповедь моя называется «Что значит если?». Что значит если? Марка 9 глава, 14 стих. Когда же они спустились с горы к другим 9 ученикам, то увидели, что вокруг них собралась большая толпа народа, и религиозные деятели спорили с ними. Толпа удивилась, увидев самого Иисуса, идущего к ним, и сразу же побежала приветствовать его. «О чем вы спорите с религиозными деятелями?» — спросил он их. Из толпы заговорил человек. «Учитель, — сказал он, — у меня есть сын, одержимый демоном, который делает его немым. Я привел его сюда к тебе, Иисус. А вы принесли Иисусу свои проблемы, свои ситуации, свои трудности? Вы должны знать, что он здесь, и он способен ответить на вашу нужду. Когда демон овладевает им, то сбивает его с ног». Многие люди были сбиты с ног этим ковидом, но знайте, что вы снова подниметесь на ноги, и вы будете сильнее и мощнее. Не смотрите на меня с недоверием, смотрите с духом веры и скажите «Аминь» во имя Иисуса. И он с пеной у рта скрежещет зубами своими, и тело его становится жестким, как доска. Я привел его к твоим ученикам, надеясь, что они смогут освободить его. Но они не смогли этого сделать. Иисус сказал толпе: «Почему вы такие неверующие люди?» Как раз о вере мы сегодня и поговорим. Давайте поговорим о вашем уровне ожиданий. Без веры Богу угодить невозможно. Это не плохая, а хорошая новость. Но они не смогли этого сделать. Иисус сказал толпе: «Почему вы такие неверующие люди?» Сколько мне еще оставаться с вами и терпеть это ваше неверие? А теперь приведите ко мне мальчика. И привели его к Иисусу. Как только демон увидел его, он бросил мальчика в конвульсии, Он упал на землю, катаясь, пуская пену изо рта. Иисус повернулся к отцу и спросил: «Давно ли твой сын так мучается?» Заметьте, что Иисус никогда не паниковал. Аминь. Что бы дьявол ни делал в вашей жизни, вам не нужно паниковать, потому что у Бога все под контролем. Бог спасет и выведет вас в лучшее место. Это будет ваш год божественного прорыва. Скажите «Аминь» во имя Иисуса. Демон пытался убить ребенка. Дьявол так и поступает. Он приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Он снова и снова пытается убить его, бросая в огонь и в воду. Мы знаем, что Бог пообещал у Исаии, что Он проведет нас через огонь и воду. Но, пожалуйста, если можешь что-нибудь сделать, хоть что-нибудь, пожалей нас и помоги нам. Сегодня в церкви много людей, которые сделали Бога просто Богом из древней истории, которому нет дела до людей и который не хочет участвовать в нашей жизни. Две вещи, о которых люди дискутируют уже последние 2 года, так это способности Бога и Его желания. Вера действует только тогда, когда вы верите в силу Божью и в волю Божью. Вера пребывает там, где известна воля Божья. И многие люди заняли позицию: «Я верю, что Бог может, но не уверен, что Бог этого хочет». Многие дискутируют сейчас насчет воли Божьей. Все зашло так далеко, что они думают, что лучше быть бедными, чем освободиться от бедности, потому что якобы Бог прославляется, когда мы бедны и страдаем. Бог прославляется независимо от того, есть у вас деньги или нет. Но когда мы говорим о воле Божьей, нам нужно ясно понимать, что пришел сделать Иисус Христос 2000 лет назад. Иисус пришел избавить вас не только от ада, но и от всех уз дьявола, греха, болезней и бедности. Бог не желает, чтобы вы жили в узах. Он хочет, чтобы вы были свободны во имя Иисуса. Итак, этому отцу нужен прорыв. Его сын мучается в этом состоянии уже много-много лет, и он приходит к Иисусу и говорит: «Если можешь, пожалуйста, жалься и помоги нам». Но посмотрите на ответы Иисуса, потому что иногда мы приходим в церковь и думаем: почему Бог допустил это? Он же мог все изменить. Но Бог не изменен, и то, что Он должен был сделать для нас, Он уже сделал 2000 лет назад. А наша ответственность сейчас — потребовать то, что сделал Иисус 2000 лет тому назад. Поэтому мы не можем войти в 2022 год и ожидать прорыва, чуда исцеления, если не будем действовать на основании нашей веры. Поэтому вопрос в том, во что вы верите сегодня, а не в Боге, который якобы не действует. А если вы не знаете, есть ли Божья воля на то, чтобы спасти и избавить вас, то проблема в том, во что вы верите, а не в том, есть ли у Бога сила для этого. Вопрос в том, верите ли вы в то, что у Бога есть сила, ваше представление о Боге. Это самое важное представление, которое вы можете иметь. И вот этот отец. Когда наши дети болеют, нас это очень задевает, не так ли? Отец в панике, а Иисус нет. Помните, что сказал Иисус Иаиру, когда его дочь была при смерти? И пришли люди и сказали, что больше нет смысла беспокоить учителя. А что сказал на это Иисус? «Не бойся, только веруй». Не знаю, что забрал у вас COVID, но знайте, что наш Бог – восстановитель. Я не знаю, что вы потеряли, но Бог желает, чтобы вы это нашли. Я не знаю, что в вашей жизни сломано, но знайте, что Бог все исправляет и исцеляет. Во имя Иисуса. Что бы ни было разбросано, Бог может это собрать. И люди спорят насчет 2 вещей – способности и воли или желания Бога. В Евангелии от Матфея 8 главе Иисус спустился с горы, Ему навстречу вышел прокаженный и сказал: «Господь, если хочешь, очисти меня». Я провозглашаю, что это будет важный год для вас. Вы запомните его как год Божьей благости, силы и победы. Если верите в это, то можете воздать Богу победную хвалу во имя Иисуса. Иисус ответил этому человеку: «Я хочу, будь чистым». А затем написано, что он исцелял всех больных, чтобы исполнилось сказанное пророком. Он взял на себя наши немощи и наши болезни. Так теперь давайте поговорим о воле Божьей. Вы должны понимать, что болезни и страдания не являются Божьей волей для вас. А поскольку мы верим в чудеса, я хочу добавить еще кое-что, потому что многие проповедники даже чудес не верят в обращение к докторам. Я не такой. Я видел, как многие хорошие люди умирали, потому что не хотели идти к доктору. А также я видел, как умерли многие хорошие христиане, потому что не выходили на молитву. Скажу это еще раз. Я много раз видел, как хорошие христиане умирали из-за того, что они не хотели идти к доктору, или из-за того, что не хотели выйти на молитву. Но об этом на следующей неделе. Божий путь к исцелению. Бог творит чудеса, но Он также использует и медицину. Суть в том, что Бог желает, чтобы вы были здоровы и ходили в победе. Он хочет, чтобы вы вышли из своей долины и пришли в место победы. Аминь. Итак, отец мальчика говорит: «Господь, если можешь, то сделай что-нибудь». Иисус сказал ему: «Что значит «если»? О, нет, нет, нет. Если ты способен веровать, то все возможно для верующего. Иисус, если можешь, спаси мой бизнес, измени мою ситуацию, исцели мое тело». А Иисус разворачивается и говорит: «О нет, если ты способен веровать, то все возможно». В 22-м году все возможно тем, кто верит. Все это означает, что и ваш муж примет спасение. Ваш сын получит освобождение от наркотиков. В этом году произойдет ваш прорыв, если вы можете в это поверить. А вы можете в это поверить? Если вы верующие, то скажите тогда «Аминь». Ваше тело может быть исцелено уже сегодня, если вы ожидаете прорыва от Бога. А что такое прорыв? Это внезапное и зрелищное развитие событий в вашей жизни. Сейчас восклицайте. Это мгновенный успех в определенной сфере или деле. Это означает продвижение вперед сквозь преграды и барьеры. Итак, в этом году вы прорветесь. Я сказал, в этом году вы прорветесь. В этом году Бог принесет вам прорыв во имя Иисуса. А еще прорыв означает прогресс. Не знаю, как вам, а вот мне не нравилось то, что происходило последние 2 года. И в этом году у нас будет не просто прогресс. Мы будем заполнять стадионы, и там будут собираться не просто тысячи, а десятки тысяч. Ваш бизнес сделает квантовый скачок. Вы взлетите на орбиту. Если вы сможете поверить, в этом году вы получите работу, вы обретете свободу и избавление, вас ждет значительный прорыв, в вашей жизни будет много плодов. В Евангелии от Иоанна 15 главе Иисус сказал: «Мой Отец прославляется, когда вы приносите много плода». Много — это значит мегаплод. И 22-й будет мегагодом. Я сказал, это будет мегагод. Это будет год божественного прорыва. И вам лучше бы верить в этом во имя Иисуса. Прорыв еще значит и продвижение. Больше не сидите сиднем. Вам придется подняться и идти. Вы сделаете что-то значительное в своей жизни. Прорыв означает сделать квантовый скачок. Но многие люди настолько охвачены духом неверия, что у них нет никаких ожиданий. И Дух Святой сказал мне подзарядить вашу веру. Я заряжу ваши батарейки и подкачаю спущенное колесо вашей веры. Принесу жизнь ваш дух после этих 2 лет, чтобы вы могли сделать квантовый скачок веры для славы Божией. Прорыв означает двигаться вперед, давать толчок, набирать обороты и достигать успеха. Итак, в 2022 году мы снимем все ограничения. Как? Братья и сестры, не просто ожидая чего-то от Бога, а активируя нашу веру. А что значит, если сможешь поверить, то возможно все. Мне не важно, что говорят люди или сколько неудач у вас было, не важно, что говорят скептики или сколько лет вы уже в проблеме. Сегодня новый день, и вам доступна сила Его воскресения. Кстати, сила Божия находится прямо там, где вы сейчас сидите. И Бог может прикоснуться к вашему телу сегодня. Если в вашем теле есть какая-нибудь болезнь или немощь, воздайте Ему хвалу за ваше исцеление. Скажите: «Это мой год полного восстановления во имя Иисуса». Итак, этому отцу и его сыну нужен прорыв, и он говорит: «Если можешь, пожалуйста, сделай хоть что-нибудь». А Иисус отвечает: «Нет, если ты сможешь поверить, верьте в то, что Бог может сделать несравненно больше всего, о чем мы просим или помышляем». Ничто в Библии не наводит на мысль о том, что Бог желает, дабы вы просто выживали или влачили жалкое существование. Нет-нет, мы так думаем, потому что не знаем волю Божью. Религия научила нас, что нужно просто терпеть, а Иисус сказал: «Нет-нет, вор приходит, чтобы украсть, убить и погубить, а я пришел, чтобы вы имели жизнь с избытком». Я пришел, чтобы уничтожить работу дьявола в вашей жизни. Христос пришел дать вам свободу. Итак, Бог может. Вот в чем была проблема отца. Он пришел к ученикам, но они не смогли ему помочь. Но Иисус-то может. Верьте в то, что Иисус может. Верьте в то, что Бог заинтересован. Верьте в то, что Бог внимателен к вам и хочет помочь вам в вашей проблеме или провести вас через долину. Бог желает поддержать вас в огне. Бог хочет освободить вас из вашей тюрьмы. Бог желает открыть двери, которые были закрыты очень много лет. Бог может. Евангелие от Марка, 10 глава, 27 стих. Человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. Я не хочу слушать, что говорят люди. Я не буду слушать скептиков. Я не хочу слушать христиан, полных горечи. Я хочу слушать Иисуса, потому что, читая Библию, я вижу в ней себя. И мне не нужно, чтобы кто-то толковал мне Бога за пределами Его Слова. Я хочу читать Библию так, будто бы я читаю ее впервые. И еще кое-что. Зачастую, когда я молюсь за людей, то увожу их за кулисы. Я молюсь там, и там происходит много чудес. Я не думаю, что чудеса нужно делать на показ. Я вот так не верю. Почитайте, в этой истории Иисус не ждал, пока соберется максимальная толпа, чтобы совершить чудо. На самом деле, когда он увидел, что начинает собираться толпа, он быстренько освободил мальчика. А почему? Он желает, чтобы вы верили не в зрелищное, а в сверхъестественное. А сверхъестественное не всегда зрелищно. Он хочет, чтобы вы верили во Христа. Он не артист-иллюзионист, а чудотворец. Он исполняет свои обещания. Он может прийти к вашей кровати. Он может прийти к вам в комнату. Он может исцелить вас, даже когда вы за рулем. Сколько раз Господь касался меня в машине, и мне приходилось съезжать с дороги. Я знаю, что Бог всегда рядом, но происходит что-то особенное, когда проявляется слава Божия. Многих людей, за которых молился Иисус, Он уводил в сторону. К тому же Иоанн написал, что Иисус сотворил столько чудес, что весь весь мир или все книги мира не могли бы уместить их. Но это никого не изменило, потому что чудеса не меняют вас. Вас меняет Иисус. Это не означает, что Он не хочет совершить для вас чудо. Это означает, что вы не должны гнаться за чудесами и искать чудес. Вы должны искать того, кто творит эти чудеса. Вам нужно искать не дар, а того, кто дает этот дар. Вам нужно искать не исцелений, а целителя, потому что, найдя целителя, вы найдете и свое исцеление. Вы слушаете меня? Во имя Иисуса. Вот почему мы не можем следовать за Иисусом частично. Нам нужно любить Его целиком и полностью, а когда мы приходим в церковь, нужно искать Его, хотя Бог использует людей. И мы знаем, что они дары, данные нам от Бога. Мы все же понимаем, что они лишь инструменты для активации вашей веры в Бога и Его силу, какой бы ни была ваша нужда сегодня. Он хочет восполнить ее. Он может восполнить ее, и Он хочет восполнить ее. Может, не так, как вы ожидаете, но так, что это принесет Ему славу. Во имя Иисуса. Аллилуйя! Итак, когда Седрах, Месах и Авденага были брошены в печь, царь был настолько высокомерным, что сказал, это 3 глава Даниила, «У нас нет времени, чтобы читать весь отрывок, но мы знаем эту историю. Их бросили в огонь, а царь сказал, какой Бог сможет спасти вас от этого. А после этого он раскалил печь в 7 раз сильнее. У некоторых из вас ситуация только ухудшилась. Можете не говорить «Аминь» на это, да и не нужно, потому что «Аминь» означает «Да будет так». У кого-то ситуация ухудшилась, кому-то пришлось закрыть свою фабрику из-за ковида, кому-то бизнес, но благодаря нашим проповедям люди сохранили веру и начали что-то новое. А Бог благословил их. Аллилуйя! Бог восстанавливал в прошлом году, и Он занят восстановлениями и в этом. Важно не как вы падаете, а как вы снова поднимаетесь. Важно не то, что сатана украл у вас, а то, что Бог сможет возместить это вам. У нас всегда есть надежда. Даже в безнадежной ситуации мы верим. Даже когда мы в огне, мы знаем, что 4-й человек, Сын Божий, придет и поддержит вас, как Он делал это ранее. И огонь не будет иметь власти над вашей жизнью, вашей семьей, вашим браком или вашими детьми. Этот огонь не уничтожит вас. На вас не будет даже запаха дыма, потому что Христос по-прежнему мощный Избавитель. Я чувствую Бога на этом месте. Прославьте Его. Кто-то из вас сейчас в огне, и вам нужно славить Его. Кто-то, как Иона в животе кита, вам тоже нужно славить Его во имя Иисуса Христа. И это поднимет вашу веру. Слава Богу! Во имя Иисуса Христа Он достоин славы. А что произошло, когда их бросили в огонь? Иисус вошел в огонь вместе с ними, потому что Он обещал, «Я никогда не оставлю и не покину вас». Затем царь увидел, что Иисус был с ними. Даже скептики и насмешники будут вынуждены признать, что Бог защитил нашу страну и продолжает освобождать ее. У Бога все под контролем. Послушайте, Бог коснется тех, кто у власти, директоров и членов правления компаний. Бог явит свою славу, прикоснувшись к тем, кто имеет огромное влияние. И 23 стих говорит, «Навуходоносор, царь, сказал вельможам своим, не 3 ли мужей мы бросили в огонь?» Их бросили в огонь связанными, но в огне они развязались. В этом году что-то в вашей жизни развяжется. То, что находилось в плену у дьявола, ваши эмоции, ваш ребенок, ваша зависимость получит свободу. Возможно, это будет тогда, когда вы этого совсем не ждете. Это произойдет, потому что вы не сдавались и продолжали верить. Несмотря на свои чувства, даже посреди огня вы приняли решение стоять. Вас могут сбить с ног, но не переставайте славить и поклоняться. Вас могут сбить с ног, как Иова, который потерял все, но не начинайте проклинать Бога и бежать от Него. В такие моменты нужно славить Его громче всего. В самые тяжелые моменты нужно славить громче всего. Именно тогда нужно надеть одеяние хвалы. Вот когда нужно говорить: «Ибо благ Господь и милость Его вовеки». Ну же, дети Божьи, это не просто проповедь. Я хочу активировать вашу веру, чтобы вы могли пройти свой огонь или выйти из львиного рва в то, что Бог приготовил для вас. Во имя Иисуса Христа Он говорит. На это Он сказал: «Вот я вижу 4 мужей не связанных, ходящих среди огня». Вы будете не просто ходить. Вы сделаете квантовый скачок, вы будете прогрессировать, вы продвинетесь вперед, потому что Дух Святой активирует что-то в вас. Мы больше не будем мертвыми, вы больше не будете отступником, вас больше не будет неверия. В этом году вы будете двигаться вперед не мощью, не силой, а Духом Святым во имя Иисуса. Тот же самый Дух, который воскресил Иисуса из мертвых, живет и внутри вас. Он будет поддерживать вас даже в долине тени смертной. Но вам нужно продолжать идти. Не нужно сидеть и киснуть, не нужно становиться циничным. Как бы плохо вам ни было, вам нужно подняться и идти. Если не можете идти, ползите. Не можете ползти, карабкайтесь. Делайте хоть что-то. Вы не можете бездействовать. Вам нужно двигаться вперед. И так их бросили в огонь, но к ним пришел Иисус, и они вместе начали ходить в огне. Огонь не повредил им. Вы знаете эту историю. Вначале царь хотел убить их, а потом сказал: «Благословен Бог Седраха, Месаха и Авденага», которые надеялись на Него. И эти парни, которых захотели заставить поклоняться ковиду, то есть золотому истукану, сказали: «Мы не должны отвечать тебе, мы не будем бояться нового мирового порядка, мы не будем бояться того, что ты хочешь навязать нам. Мы, дети Бога Всевышнего, мы не склонимся перед этой статуей, что бы ты ни говорил. Мы принадлежим Богу. Аминь. Мы не склонимся». Правда, церковь? Мы не склонимся, мы не прогнемся. Мы будем опустошать ад и заселять небеса. Мы будем сильнее и решительнее, чем раньше. Мы стряхнем с себя эту усталость от ковида. Я сказал, что мы не обеспокоены и не напуганы. Аминь. Мы не боимся, потому что наш Бог может все. Отец мальчика сказал: «Если ты можешь что-то сделать, то, пожалуйста». Иисус сказал: «А что значит «если»? Почему это ты взвалил ответственность на меня? Я уже все сделал. А вот если ты можешь поверить, то все». Что значит «все»? Все это все. А что не входит? Что не входит в понятие «все»? Ничего, кроме ваших сомнений. Именно поэтому в послании к Евреям 11 главе 6 стихе сказано, что к Богу нужно приходить с верою. А вы должны приходить с верой в две вещи: в то, что Бог есть. Когда Бог послал Моисея к фараону, Он сказал: «Пойди и скажи тому фараону». Мне нравится, как Бог говорит, когда не уважает человека. Он сказал: «Иди и скажи тому фараону, иди и скажи вот тому дьяволу». Ты думаешь, ты имеешь власть над моим народом? Но я покажу тебе, у кого власть. Ты думаешь, у тебя есть сила? Я покажу тебе, у кого есть сила. Я разобью твои оковы и сорву цепи. Я дам тебе свободу. Я заберу твой стыд и исцелю твои раны. Пойди и скажи тому фараону, что я есмь. Я есть, а не я буду или я был. Я есть, я существующий. Когда вы приходите к Богу, вы должны верить в то, что Он есть, а не был когда-то или будет когда-то. Послание к евреям, 13 глава. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Зачем мне ваша суперумная теология, которая никому не помогает? Меня не волнует ваше жалкое мнение, которое никому не помогает. Религиозные лидеры Израиля были такими лицемерами, что когда Иисус исцелил человека с сухой рукой, они не радовались с исцеленным, а усомнились в доктринах Иисуса. Правая рука означает способность работать. А если его правая рука высохла, то значит, он лишен нормальной жизни. Но что сделали фарисеи? Они понимали, что Иисус освободил этого человека, и он восстановил не только его руку, но и его способность работать, как Бог и задумал, но он сделал это в шаббат. Религиозных людей не волнует то, что кто-то получил помощь. Они сидели вместе со всеми и слушали Иисуса, и искали то, с чем они будут не согласны. Так ведут себя религиозные фарисеи. Они есть и сегодня, и даже в этом зале. Пусть Бог благословит вас. Итак, Иисус исцелил не только руку того человека, но и его способность работать. А что они сказали? Есть 6 дней, когда человеку следует работать. Их не волновал Божий план спасения и восстановления. Под спасением я имею в виду спасение духа, души и тела. Оно касается всех сфер вашей жизни, а не только приводит вас на небо. Их волновал только их закон, но тот закон никому не помогал. И вот приходит Иисус, Бог во плоти, Бог Эммануил, Бог с нами, невидимый Бог, видевший меня, видел Отца. И что же Он делает? Он ходил по земле, творил добро, исцелял всех угнетаемых дьяволом, а фарисеи шипели на Него, как змеи, потому что их не интересовала помощь людям. Их не интересовало уничтожение расизма, бедности и предрассудков. Их не интересовала работа с грехами действия и бездействия. Я имею в виду людей, которые сидят в церкви, но ничего не делают. Они думают только о себе. Главное, я, моя жена и мои дети. Но когда вы придете на небо, вы поймете, что вы были неправы. На небе христиан ждет суд. Это будет суд не за грехи, потому что с вашими грехами уже покончено, а суд за безучастие. Там будут раздаваться награды, и вы должны это понимать. Все мы призваны участвовать в Его призвании и Его служении. Все мы призваны служить другим для славы Божией. Наше свидетельство должно стать нашим служением. Наше исцеление становится нашим служением. Наша боль становится нашим служением. Наше освобождение становится также нашим служением. Помните бесноватого из Гадары? В послании к евреям 11 главе 6 стихе сказано, что приходящий к Богу должен верить в две вещи. «Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его Он воздает». Скажу вам, как сказал Билли Грэм. Det är bibelman, det är ni att Bosov ni. Hoppas om det säger man att det är vad att Bosov säger. Nia, att Bosov säger vad i Bibeln säger. Я не собираюсь извиняться за Библию. Иисус пришел спасти вас от ада, от болезней и от бедности. Иисус пришел, чтобы вы имели жизнь и жизнь с избытком. Так говорит Библия, а не учение нашей церкви. Это истина Евангелия. Запомните это раз и навсегда и примите ее, потому что это воля Божия для вас. Когда Иисус спасает вашу жизнь, Он никогда не оставляет вас там, где Он вас нашел. Он ведет вас в лучшее место. Он исцеляет. Исцеляет ваши эмоции. Кем вы считаете Иисуса? Он не мертвый Бог. Он воскрес. Он живой, Он всемогущий, для Него нет ничего невозможного, но вам нужно верить в это. А если вы верите, то Библия говорит, что все возможно тому, кто верит. Библия говорит, что все возможно тому, кто верит. Библия говорит, что все возможно тому, кто верит. Если вы просите о чем-то для славы Божьей, слава Божья — это не духовный вакуум. Нет, ваша жизнь должна быть во славу Божью, и ваша работа, и ваши эмоции, и ваши дети. Бог спас вас не только для того, чтобы вы попали на небо. Он дал вам жизнь, и Библия говорит, что мы наслаждаемся этой жизнью. Это ваш удел, поэтому перестаньте критиковать людей, у которых есть деньги. Проблема не в деньгах, а в том, когда деньги управляют людьми. Зачастую бедные люди больше любят деньги, чем миллиардеры. Не думайте, что Бог не может благословить кого-то настолько, чтобы он стал невероятно богатым. О, как стало тихо! Но вместе с этим богатством приходит огромная ответственность в Божьем Царстве, поэтому не критикуйте человека, который приезжает в церковь на Бентли, а вы ездите на Поло, при этом ему 60, а вам всего лишь 20 лет. Вы не знаете, что этот человек делает для Бога и для Божьего Царства, поэтому лучше всего закрыть свой рот и не говорить о других людях, а в современном переводе это звучит «заткнись и следи за собой». Библия говорит, что ни одно оружие, сделанное против нас, не будет успешным. Это не означает, что оружие не будет делаться. На самом деле Иисус гарантировал нам, что у нас будут трудности, но мы не можем бояться или паниковать, когда все вокруг дрожит, потому что наш Бог и Его Царство непоколебимы. Нам нужно оставаться укорененными и утвержденными в Слове Божьем и верить. Я сказал, что вам нужно верить, а не колебаться. Не нужно спрашивать у друга, что он думает об этой проповеди. Лучше спросите об этом у Бога. Телезрители, я люблю вас. Жаль, что вы не можете остаться с нами до конца, но вы можете следить за нами в соцсетях. Бог любит вас, и Он имеет для вас великое будущее. Вся жизнь исходит от Него. Он ваш Бог, и Ему есть дело до вас. И вы можете прямо сейчас отдать Ему свою жизнь. Он любит вас больше, чем вы можете понять. И вы никогда не обретете мир и счастье, пока не примете Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Будьте благословенны. Аллилуйя!